39-летняя модель, дизайнер и телеведущая высказалась о скандале с экс-коллегой по Дому-2. Виктория Бонни заявила, что Ксения Собчак лицемерная женщина. Две популярные теледивы познакомились на реалити-шоу. Ксения была его ведущей, Виктория – одной из самых ярких участниц. Уже тогда отношения между двумя девушками не были гладкими. После ухода из Дома-2 Бонни продолжила с успехом строить карьеру. Это, по ее словам, очень не понравилось Собчак. «Она завидует привлекательным женщинам. У нее аллергия на красивых женщин», – заявила Виктория. Звезда утверждает, что блондинка в шоколаде устроила ее травлю. Бонни узнала об этом, когда хакеры взломали мессенджер Ксении и обнародовали ее сообщение. По словам экс-участницы телестройки, тогда она убедилась, что светской львице не дают покоя ее успехи. «Я переехала в Монако. У меня молодой муж, красивый принц практически. Тут я выхожу на Каннский фестиваль, показы везде меня приглашают. И надо все это перевернуть, то у меня платье подделка, то педикюр отвалился, то якобы меня не приглашали и не пускали. Выяснилось, что это были заказы от Ксении Анатольевны, чтобы меня там поливали грязью», высказалась Виктория в рамках интервью для YouTube-канала «Ходят слухи». Звезда Instagram выразила удивление по поводу уровня лицемерия бывшей коллеги по проекту. Во время личных встреч она не показывала неприязнь и держалась вполне приветливо.